Пойдем через Орловец. Или Орловец. Ты это говоришь в общем Да. чате? Хорошо. Логично. Сейчас даже в общий маршрут нарисую. Ну что, пускай знает, с таким всех повалим. А мы, кстати, кто? Ну, да. Немцы. Фашисты, ну, вот. А мы не немцы. Я тетя вообще. Какая-то Эмуна. Эмуна. Что за фигня? Когда ты снайпу, как раз там она не нужна вообще. Бабушка Люся. Тут триггер взрывающий или отталкивающий? Неизвестно. Ну, клир делал. Контрадресс вообще там снайпер. Ой, все. Давайте гоу. Отталкивающий, я помню, меня залагало из-за этого. Давайте гоу. Запускайся, да. Двух грузин там. Кого? Кто эти люди, Рейзера? Кого копаем? Все ясно. Я даже не знаю, за какую они сторону. Один вот протос еще стоит. Все протоса. Протос. Баня. Как Кронос. Как Кронос, только протос. Пошли там. Все понятно. Теперь 37-й глюк. Раз. Прайс. Вообще вышел. Все. Какие имущества? Два БТР, четыре машинки. Таки да, таки все заберем. Отбить, продать, пойти гулять. Вот план. План? Где? В общий чат сказали, ставите. Прайс, за машинку эту, я тоже сейчас сяду. Вези, как в прошлый раз понял, да? Мы сейчас спорим. Это когда вы не успели? Да нормально, мы за их все победили, алё. А вот ты победил. Так, я в первый. Победа за нами. Это... А коммуникантные места есть? Да. Готов нанести ответный решающий удар прямо в самое сердце злому коммунистическому строю. Вы серьезно? У пулемета по 20 патронов рожок и при этом занимает два слота? Какой пулемет? МГ-34. Там не 20. А, это такое описание, да? А сколько там, 100? 22. Или 75. Да. Ты один попробуй выпусти, посчитай. Эй, молодой человек, смотри, он себе преграду сделал. А если 4 таких взять, не пробьешь ведь? Штурмовыщий. Берем и прям строим ящики. Так, не ломайте, не надо делать так. Сейчас кто-нибудь едет. Задача-то какая у нас, ребят? Приехать убить. Убить всех человеков. А то есть... Блядь, ну сломайте только. Короче, я поехал. Если этот офицер меня упустит. Давайте в эту. Одну минутку. Эхай Зидонч. Брайс, заводите. Кто еще? Коммунистическая свинья. Так-то против жидов. Это с этой стороны заходит. Коммуняги все равно. Свиней они любят, значит, и свинья тоже. Видишь, как я и сказал, через Орловец. Вон было. Рация, стурация, ничего себе. Да. Воу-воу-воу! Алло. У нас пулеметчик есть? Ну вот у меня какой-то пулемет как будто бы. Не, наверное, нет. Будьте добры на 80 ехать. Как дорога пойдет? Нет, как дорога пойдет, прямо на 80. Оптать. После города, а вот здесь вот, да, прям.
Вот тут-то. Ага. Прям по линии. А вон там, видишь, тропинка, люди ходили слева. Точно, точно. Тоже топтали, да? Да. А я так не видно ее. Как не видно этот натоптыш. Хорошо идет, кстати. Машина? Немецкий, Volkswagen, наверное. Да. На 155-й высоте мы сейчас. Ты забрал немножко не туда, но ладно. Я за горки шли. Главное дерево не срубить. Прямо, 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 прямо. Ой, как она колышется, я боюсь перевернуть. Нормально, с ногу подымем. Держи 80, держи. А, ну хотя, в принципе, пофигу. Там город сейчас спустимся, мы же через город. Я думаю, машинку бросить, по берегу пройти. Можно. В городе где-нибудь бросить? Ее можно к станции ЖД подъехать, наверное. Вау! ЖД станция, это где? Здесь? А вот она, да. Здесь, там остановка есть, можно. Да можно здесь, может, до остановки доехать. По главному. На, уже... на берег. На 90. Готов убивать. Zwei Polizei, drei, vier, mein Dadir. Достаточно. Вроде чисто. В километре. Здесь меточку, наверное. Меточку организуем. Организуем. А мы нападаем, должны их типа в засаду взять. Мы нападаем, их убить должны. Ближе к воде держитесь, чтобы пониже было. Вперед. Пристани-то уже их не, по-моему, нет? Да. Так может вдоль деревьев тогда есть смысл? А это бошки торчат. А так только с пристани увидим. И то, если выйдут. Какой-то антисемит, однако. На шоп переходим? А как перейти? Контр-тап. На горе посмотрю.
Там обычно в камнях у этих кто-то сидит всегда. Мне чуть потихоньку по берегу. Главное мимо не пройти. А что думаешь, если мы первый квадрат возьмем, может есть смысл назад уйти, а не переться напрямки? В смысле отступить? Да. Тут перезахватывается, ну, да. Или? Вроде как там, да, перезахватывают. Желательно, чтобы убить. Чтобы он не смог убежать. Если движение начнете. Если движение начнете, сообщайте. Да, сначала скажи им, контакт и где. Да не, если даже. Ты, конечно, тебя не убил. Что, можно попробовать пересечь? Оптика у кого-нибудь есть? Как, нет? Я думаю, да, вижу. Слушайте, точно шка. В камнях, в елочках. В елочке, маленькая елочка перед камнями. Да-да-да. Вон, видели? Дым, дым. Сзади откуда-то, пулемет. За контейнер ушел, убит. Вау. Хорошая встреча. А чё там, нам в спину зашли, что ли? Да, да, да. С массовыми пулями. Очень странно. Откуда? Там Вествуд и... А, ну... Понятно. А, вы... А меня-то откуда он убил, я так и не понял. А, вон, тебя понял, убил. Через щель. Да. Зараза хитрая.
Короче, вот смотри, видишь, включи Иванчика. Вот он там лежит, ёлки в этой. Сейчас, Иванчик. На. Вот я вот эту ёлку вижу. Башка чисто, вот, знаешь, лысин вот это торчит. Ага. Все, больше ничего нет. Вот это вот его башка, волосы светлые. И больше ничего не было. Ну это вот как это, закон подлости. Да? Тут, блин, за кустом все видать. Кто на голом поле за ёлкой вообще ни черта. Угу. В солитаре целую обойму садил, он живой еще остался. Из чего-то из замысла? Или из Томса? ВПС. Бывает. Еще в этот попал, как в лыжню технику. Нормально, он дальше едет. Прям попал или рядом? У меня даже звук был такой. У нас весь отряд тут, отряд просто положили. Да ничего. Зато эти же... Сейчас щегар. Что, сожгет? Может быть. Далеко. Кого-то уже положили. Эйви? Очень интересно. Откуда-то прилетела одинокая пуля. Кочегар, возможно. Помню, бля. Со своим перископом. Да нет, он вроде со стволой стрелял. Нет, я имею в виду бегать с перископом. А, ну да, да. Сгнал. Ой, куда он подперся-то? Он мою тактику взял, кататься. Тактика хорошая тактика. Там буквы вроде с этой хрени практически ныряют. Если нет там пуга. Там одна зона осталась. Ой, мы с тут приехали. Через дерево, блядь. Естественно. Ага. Слился отделение. Да. Мало, мало. Мало. Мало? Еще. Хотелось больше? Конечно. Да? Успел? А, там Аздоник катается. Да он, блин, рыба какой-то. Так, а это чё за... Чё кочегар бросил? Зачем бросил? Да? Победа. Чё? Мы победили же. О, я даже одного снял. А кто победил? Чё? А там один квадрат был захвачен. А вы? А, не захвачен. Так это был... Да, не захвачен. Нет. Чё, блин? Ну, видимо, захватили вот. Ну мы его захватили, а так его... У нас были люди во всех квадратах, но при этом они захватывали. Там какой перевес должен быть? Два к одному? Два к одному тогда нужно... У нас четверо было. Все равно это как бы не очень, потому что вы идете куча, а мы все по всему зоне. Это вы можете спокойно все захватить. Нечестно. Так они перехватываются. Так надо убить всех. Ну, что перехватить, когда... Мы убили, короче.